Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Если вы еще не готовили такие вкусные баклажаны, то срочно бегите на кухню. И я очень надеюсь, что они вам понравятся. Готовятся быстро, просто, из простых доступных продуктов. Буквально 10-15 минут. У меня здесь один такой большой крупный баклажан. Дальше нам понадобится еще немножко соевого соуса, либо соуса терияки. Вот такой у меня соус терияки. Я сюда добавляю 2 крупных зубчика чеснока. Чеснок берите по вкусу. И совсем немного сухого или свежего имбиря. У меня сухой. Все хорошо перемешиваем. И пока отставляю в сторону. У баклажана отрезаю плодоножку. И надо как можно больше с этого баклажана срезать пластинками. И пластинками нарезаю баклажан. Вот эту кожицу нужно счистить вначале. Баклажаны нарезаю пластинками не толще 1 сантиметра. Вот так. Разогреваю сковородку гриль без масла. Можно на обычной сковородке с покрытием. Далее смазываю каждый баклажан кунжутным маслом. Прямо так совсем чуть-чуть, только чтобы смазать. Смазываю пока с одной стороны. И выкладываю на сковородку масляной стороной вниз. Обжариваю баклажаны пока с одной стороны. Далее добавляю пару столовых ложек масла уже вот сюда. В соус терияки с чесноком. Все перемешиваю. И уже будем следующую сторону, когда обжаривать, уже смазывать таким соусом. Далее смазываю каждый баклажан соусом. Делается это все очень быстро. Не обязательно использовать сковородку-гриль, можно взять обычную самую сковородку. Просто с каким-нибудь хорошим антипригарным покрытием. Переворачиваю и обжариваю с другой стороны. Так нужно перевернуть и обжарить несколько раз. Потом эту сторону тоже будем смазывать и переворачивать. Вторую тоже сторону смазываю, переворачиваю и еще немного доготавливаю на второй стороне. До полной готовности и мягкости баклажана. Готовые баклажаны выкладываю на сервировочную тарелку. Украшаю помидорами черри. Присыпаю кинзой. Обжаренным кунжутом. И подаю к столу. Посмотрите, какая красота получилась. На самом деле ресторанное блюдо. Поэтому не медлите ни секунды, бегите на кухню и готовьте такие вкусные баклажаны. Они получаются нежные, мягкие и сочные. Удивите своих гостей и друзей. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые, доступные рецепты. Всем огромное спасибо, до свидания и пока.